Вы уже знаете о нашем новом помещении, в котором активно развивается школа волшебных движений. И самое время пригласить на сцену Екатерину Николаевну Дуброву и услышать подробный рассказ о школе и ее деятельности. Я являюсь администратором в нашей школе «Волшебные движения» на Соколе в Москве. И хотела бы рассказать об этом в нашем новом направлении. Целью программы нашей школы является создание условий для психофизического развития детей, подростков, молодежи, формирование навыков здорового образа жизни и организации здорового и полезного досуга. Базой для реализации нашей программы является помещение на Часовой, на Соколе в Москве, в котором созданы все условия для проведения занятий. Это два спортивных зала, оснащенных всем необходимым оборудованием, раздевалки, санузлы. Все сейчас увидите на наших фотографиях. В программу школы включены различные формы двигательной активности. В настоящее время проводятся занятия по следующим направлениям. Значит, это, ну вот вы видите фотографии занятий для детей. Значит, они в себя включают художественную гимнастику, ушу, аэро-йогу. Это йога в гамаках. Очень у нас популярное направление фотографии деток с занятий. И также на занятия для взрослых они себя включают. Волшебные, значит, занятия по йоге «Волшебные движения», йога «Коррекция осанки», аэро-йога, танцы, тай-чи, цигун. Также вот вы видите фотографии с наших занятий. По воскресеньям мы проводим мастер-классы, семинары по различным аспектам ЗОЖ, на которые вот приглашаем отдельно. Все приходят с удовольствием, участвуют на наших семинарах. Это новые какие-то, если мы вводим новые занятия, новые направления или встречи с интересными людьми. Вот, и приглашаем вас на наши занятия. Спасибо.